встречайте, дорогие датчане! Долгожданные, почетные гости на любой сцене нашего города! Я надеюсь, бурными аплодисментами мы приветствуем глава Донецкой Народной Республики! Слово. Уважаемые друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелаю, чтобы в этом следующем году все ваши потаенные мысли, желания исполнились. Исполнились те желания, даже которые вы мечтали, может быть, долго-долго с самого детства. Хочу пожелать, чтобы наши дети всегда улыбались. Хочу пожелать, чтобы мы сумели смотреть завтрашний день. Самое главное хочу узнать. Здоровья вам, вашим близким, вашим семьям. Берите все остальное. Приложим. С наступающим Новым годом. Дорогие друзья, я рад приветствовать сегодня вас на центральной площади нашей столицы. Вы знаете, я не буду долго говорить, я вам хочу сказать только одно. Мы все сегодня присутствуем при историческом событии. Мы сегодня первый раз будем зажигать елку главного города Донецкой Народной Республики. Я хочу сказать, вы все войдете в историю. Поверьте, это первый символ, первый знак того, что у нас будет хорошо. И не просто так сегодня Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня все те, кто заслужил этого. С праздником! С Новым годом! Александр Владимирович, Игорь Юрьевич, а у нас есть и для вас, дорогие датчане, еще одно новогоднее волшебство. Потому что так, как ждет Донбасс новогоднего чуда, больше не ждет, наверное, ни один регион. Дедушка Мороз, а разреши-ка на одну минуту, на одно желание одолжить твой посох. Пожалуйста. Глава республики, скажите, какое может быть новогоднее желание, которое обязательно исполнится? Потому что у вас волшебство в руках. Вы знаете, я расскажу ту мысль, которую тревожит и волнует, наверное, всех нас. Я хочу следующее пожелать, чтобы в следующем году мы, в конце концов, жили на нормальной территории Донецкой области. И у нас был мир. Да будет! Да будет! И глава администрации, конечно. А как же желание? Игорь Юрьевич, пожалуйста, самое заветное только. Вы знаете, ну, всегда мы славились миллионом роз. Вот я хочу, чтобы в следующем году, следующим летом на нашей земле зацвели миллион роз. Новогоднее волшебство! Ну что ж, а теперь, дончане, зажгите огонечки! Зажгите! Все! Зажигайте мобильные телефоны! Зажигалки, гирлянды! Приготовились зажигать новогоднюю елку! Дедушка Мороз, ну а теперь от тебя новогоднее волшебство! Дорогие дончане, как мы с вами учили? Раз, два, три! Дед Мороз профессионал. Он старался. Ну что, пора дарить людям снег. Фигурочка самая красивая. Ловы снег. Приготовились. На счет три. Ну один. Что, первые мячи. Два, пошли. Пусть три. Снег метет. Еще. С Новым годом, с наступающим.
430 стел черного цвета на фоновом рисунке ребенок. Просьба вернуть за вознаграждение. Владелец этого телефона находится около матрешки. Тот, кто готов его вернуть за вознаграждение, подходите к нам сюда.